Опередили всех. Сборная России по бальным танцам на колясках стала абсолютным лидером в медальном зачете на чемпионате мира. Он проходил в Германии. На соревнования приехали более 200 спортсменов из 26 стран. Свой вклад внес и челнинский танцор Юлий Вишневский, который занял в парном выступлении второе и третье места. Съемочная группа программы «Челны-24» встретилась с призером. Чемпионам России Леоноре Гайнуллиной и Юрию Вишневскому выпала честь представлять страну в составе сборной России по бальным танцам на колясках на соревнованиях международного уровня. Пара существует всего один год и в зарубежном конкурсе принимала участие впервые. И сразу 5-е место в дисциплине комби европейской программы класс 1. Они были единственные, где стоячий спортсмен была девушка. Все остальные были юноши, в коляске, соответственно, девушки. То есть есть, конечно, сложнее, потому что это определенная физическая нагрузка, это определенное ведение. По словам спортсменов, в свои танцевальные номера они вложили всю душу. У нас с Юрой два любимых танца – это танго и венский вальс, потому что это самые динамичные танцы, и там мы можем показать полностью, ну, характер танца. А призером чемпионата мира Юрий Вишневский стал, выступая в паре со спортсменкой из Перми. Партнерша на коляске. А с ней, получается, у нас удалось занять второе место в латиноамериканской программе и третье место в произвольной программе. А уже после Нового года челнинская пара в составе Юрия Вишневского и Элеоноры Гайнуллина поедет на Кубок России, который состоится в Тюмени. Им предстоит защитить свой чемпионский титул. Эльмира Гайнудинова, Андрей Буслаков, Челны-24.